Плавание является одним из самых активных видов занятия физкультурой и спортом. Поэтому занятие плаванием прежде всего это стимуляция работы кардиосистемы, дыхательной системы человеческого организма. Занятие плавания укрепляет не только мышечно-скелетный корсет, но и предотвращает от заболеваний сердечно-сосудистой системы. Регулярные занятия плаванием позволяют вам изучить не только технику плавания, но и получить навыки нахождения на воде, держаться правильно на воде и получать действительно физическую нагрузку, которая полезна как детям, начиная с 5 лет, так и заканчивая людям старшей возрастной группы. Поэтому плавание и называют король спорта.